Всем привет, ребят. Ну что, мы сегодня будем пробовать с вами возвращаться к старой наболевшей теме. Это волна АК. Я так ее не зафармил. Такая иногда бывает лень. Вы даже себе не представляете. Но надо ее дофармить. Мы с вами соберем героев, как обычно, наших нубасиков. И попробуем ее добить. Или посмотрим, какие же все-таки улучшения у нас будут с бонусацией. У нас появилась в обновлении возможность поселения зданий, но у меня такое чувство, что это все равно не спасет и не поможет в данном случае, потому что все очень печально в плане дамага вражеских героев. Так, Рея Ворожей. Сюда закинем оккультиста. Атаку фортов мы вчера пропустили, так и не смогли там потестировать. Но, в общем, ребята, ничего не изменилось, по сути. Все как было печально, так и осталось у нас. Фрей неубиваемый, теперь плюс появился вот такой вот неубиваемый Ронин, которого слить тоже уже нереально, очень сложно, и это печально. Такс. Я выставляю героев. Где там, блин? Так, Феникс. Попробуем сейчас такой вариант. Супер пэты появились. В общем, все, что хочешь, есть на любой вкус и цвет. Так, там супер питомец есть, там супер питомец есть. Вот такой вот вариант. В центре у нас вообще никого не осталось. В общем, поехали. Волна АК. Усиления, в принципе, неплохие. Вот у меня уже, если брать по усилениям, да, плюс 1700 атаки. Это дофига. Это у нас усиление на сколько там, на 120к. По усилениям очень круто все, прибавочка конкретная, я считаю, и реально дойти до ляма, там на ляме, до ляма мы, я не буду быстро это все фармить, неплохая прибавка получается по статам, 30%, ребята, на архидемона, 15 на атаку фортов, но атака фортов просто на лям 800 плюс 30% будет. Это пока будет потолок. Но, в общем, до этого всего мы дойдем. Поехали. У нас пока 5% на улучшение зданий. Стартуем. Не хочет стартовать. Я Фрею немножко переделал уже. У меня Фрея теперь со стойкостью, с уклонениями и суперсилой сейчас в данном случае. Надо на нее, кстати, воодушевление поставить. А сейчас с ожогом стоит, но с водушкой. Честно скажу, вот столько срани добавляют, не могут ни хрена сделать нормального ВП. Все, что не добавят, через жопу. Ну, как видите, вот до третьей волны мы сейчас дойдем с вами. И то не факт, что мы дойдем, потому что у нас мало недомогания. А, кстати, и воодушки нету. Правтыкал, видите, без воодушевления нехрен на этой волне ловить. Ставить воодушку на тех героев, у которых недомогание. Такс. Сюда поставили. Люблю эти лаги. Без лагов никак.
Почему нельзя, блядь, выделить одно обновление, не добавлять нового героя, сделать нормальной локацией, блядь? Уже рекламу впихнули. Правосиси, короче. Интересно просто посмотреть с бонусацией, как будут здания. Ну хотя что такое 5%? Ну миллион, миллион, это с миллиона плюс получается у нас 50 тысяч. Это вообще ни о чем, честно говоря, для этой локации, как по мне. Демон как и бил, и остальные так и бьют. Вот он у нас вроде и удачно вышел, но он сейчас просто развалит. У нас осталось 3 здания, 2 здания. Ну, слава богу, героев не сливает. В этом хоть плюс какой-то есть. Как видите, это бонусация. Даже если плюс 30%, мы дойдем со временем до этого. Я думаю, что это реально будет очень сложно. Пока держится. Сейчас посмотрим, что на пятой. На пятой нас, наверное, сейчас просто стычки захреначат. Давайте, через оккультиста зайдите. Ну, кто б сомневался-то? Но, как видите, до АК-5 мы уже доходим. Хотя, в принципе, ничего не поменялось, по сути. Здания как валились, так и валятся. Этих 5%, даже 30%, они ни хрена толком не решат. Все зависит больше от удачи. Но, как видите, Фрайка с уклонениями держится уже против демона вроде как. Без супер питомцев здесь бы, наверное, было посложнее, потому что они очень многое решают на сегодня. Вот единственный вариант, чтобы Фрейю, как я вижу, не сливали, это на нее ставить до хрена уклонение. На ней 6 пятых и там четверки. То есть на ней уклона дофигища. Это без супер питомца. Порядком нормального уклона. Ну плюс еще новые статы, которые будут со временем дальше мы будем прокачивать. Вот ее слили. Все равно сливают. Похрен. Похрен на те прокачки, все равно сливают. Это падла все равно всех сливает. Поэтому изменений никаких здесь нету. Да, мы, может, немножко лучше начали проходить. Но это опять же это... Чисто из-за того, что аккаунт донатный. Для бездоната это волна, и ну, я не знаю, когда покориться. Мне кажется, еще не скоро. Но на ней 12к уклона сейчас стоит. Ну, плюс-минус. Плюс такая вот сборочка. Как видите, сборка... На атаку суперсила, плюс ожог я поставил, чтобы она быстрее дамажила, сносила. Ну, это опять же, не всегда спасает. Мне с водушкой что-то она больше нравилась. Ну, ожог плюс уклонение, в принципе, неплохой вариант. Более-менее держится. Сейчас проверим, что у нас будет дальше. Сможем ли мы хоть что-то зафармить? Я не знаю, это надо сидеть задроствовать в эту волну. В последнее время вообще такая лень вот... Битве замков что-то делать, потому что от обновления до обновления они просто всирают все локации.
Столько всего уже добавили. Каждый день надо заходить фармить. На каждом аккаунте надо фармить. Это уже начинает просто... Ну, сидеть сутками ради фарма, блядь, тоже бредняк полный. А еще плюс у ребят, насколько я знаю, зависает и лава, и прочее. То есть, ну, нереально просто. Очень много багов, которые они уже, я не знаю сколько, полгода не могут нормально довести и исправить. Ну все, опять начались сливы. По сути, это бонусация, как по мне, даже на максималке здесь ничего не решит. Потому что тут такой дамаг у героев, что этих 30 там процентов на максималке, ну это вообще ни о чем. Но, зная IGG, мне кажется, что они добавят скоро нам новую прокачку по левелу для зданий. И мы будем дальше хреначить здания, прокачивать скины до 20 левела. Это что-то, мне так кажется, очень скоро будет. Без этого никак. Ну, видите, Фрейка с уклонениями вроде держится. Но она обычно на третьей волне сливается. Развалили здание. В общем, вот так вот. Печаль, еще раз печаль. Ну, будем по чуть-чуть прокачивать, смотреть. Может, я и так зафармлю, кто его знает. Если хватит терпения на это все. Уже попыток 700, даже каких 700 у нас было? 2500, около 1000 попыток я уже всрал. Ну, я тестирую разные варианты, разные составы. Это надо сесть просто и долбить. А ну реально лень, потому что бонусация за эту волну, там плюс пару кагашек, оно ни о чем вообще. Оно роли вообще никакой не играет. Вот, поэтому ждем, что дальше будет. Мне уже хочется просто дождаться следующую обнову после Нового года и посмотреть, что же они опять придумают в следующий раз. Ну, просто я не знаю, просто жесть. Бессмысленно. Падлы выйдут. Через Фрея сюда и забегут. Ну, как всегда, это... стабильное нормальное явление. Но, как видите, получше уже. То есть Фрея мне понравилось уклонение. Блин, просто. В общем, вот такие дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки, пишите, кто как проходил или в планах пройти. Но я знаю, многие просто даже Аджей не зафармили. И ждем следующую новую волну. Все будет в новом году. Все, всем удачи, всем пока.